Всем привет! С вами Расти Ди. И сегодня я хотел поговорить на тему электронной музыки, стилей. И вообще, какую музыку люди больше всего любят, почему любят. Мне вот интересно, почему говорят, типа, попса рулит миром. Я так не считаю, к примеру. Может, люди как бы больше слушают попсу, потому что это модно, потому что я знаю, такие есть выражения, что сейчас модненько, что сейчас слушать. Я просто полагал всегда на свой вкус, что мне делать, что мне миксовать, что мне создавать. В стримах меня мало людей смотрит, поэтому как микрофона нет, но я хотел микрофон, если что, так отвечать, голосовые сэмплы какие-то записывать, развиваться хочу. Ну, насчет музыки в плане, в музыкальном плане, чтобы меньше пользоваться чужими сэмплами, лупами и больше свое добавлять. И сказать хотел, почему большинство слушает попсу. Мне кажется, это просто какая-то мода, и все, что по радио крутит, это отсутствие музыкального вкуса, я считаю. Это одна из самых главных причин, почему люди слушают в основном попсу, я так считаю. Сегодня мороз, вот прошли праздники. С праздниками, с прошедшими вас, кстати. Погода холодная, хочется уже тепла побыстрее. И как бы я хотел бы видеть в комментариях, что вы слушаете, какую музыку вы любите вообще. Я люблю больше всего техно-музыку, ну, го-транс. Но он такой как бы не попсовый стиль, все нравится. Дип-хаус нравится. Ну, в принципе, много направлений хороших. И джангл есть, драм-н-бейс, очень много стилей разных. Но как бы я считаю, что попса не должна быть как бы главным таким. Ну, хотя сейчас и попса вся в электронном виде, она создается, все на компьютере, все равно все создается это. Ну, короче, жду ваших ответов, что вы думаете по поводу музыки, какую музыку любите. Я не знаю, так, конечно, если кто-то сейчас, например, задавал вопросы мне какие-то, или что-то было проще, так как бы с камерой разговаривать. Это надо как бы думать, типа, ответ ваш. Ваши ответы, короче, жду внизу. Что вы любите, что вы предпочитаете, почему вы это любите. С вами был Расти Ди. Жду ваших комментариев. Пишите, не стесняйтесь. Выйду с вами на связь чуть попозже, когда еще тему придумаем. Ну, увидимся в стримах. Я надеюсь, что подписчиков будет больше. Ну, хотя бы не подписчиков, чтобы больше видео смотрели, чтобы взаимосвязь была. Слушайте хорошую музыку, не следуйте попсе, это попса я называю, что моды. Моды никогда не надо следовать, надо на свой вкус опираться. Ищите свой стиль. Счастливо, удачи!